Стопроцентный волк. Сын мой, в день твоего совершеннолетия ты станешь волком, как и я. И твоя жизнь изменится навсегда. Что ж, папа, наконец этот день настал. Бабуля? Это не худшее, зачем ты могла меня застукать? Сегодня Фредди станет членом волчьей стаи. Выйди на лунный свет. Это пудель? Что? Почему я собака? Покажи свой рык. Ты это чем сделал? У тебя есть сутки, чтобы доказать, что ты настоящий волк. Я не собака. Что это за запах? Я в раю. Так, стоп, я не какая-то карманная собачка. Во мне течет волчья кровь. Еда! Фредди, нужна помощь! Будет немного больно. А? Не та кнопка. Смотрите, я снова парень! Ты уверен, что надо смотреть? Узнай! Бежим! Кто ты? Порву! На самом деле... Важно не кто ты снаружи, а кто ты внутри. Какой милый песик! Кто принесет мне тапочки? Стопроцентный волк! Если хочешь выжить в собачьем мире, веди себя как собака. Сделай собачий взгляд. Люди это любят. В собачьем мире надо делиться.